Всем доброго вечера. Вот теперь и вечером снимаю. Ну и, конечно, начинаю со своих розочек. И вот такую работу провели у меня мужчины. Ну, прилично сделали. Но дело не в этом. После работы мы ездили по центру походить, поесть мороженое. Ну, походили, поели. Я устала, конечно. Потом сели в машину, едем. И вдруг я слышу слово «килограмм». Думаю, да вроде же это суши. Подъезжаем к кафе. Говорю, а что, сыночек, сегодня еще суши будут? Он говорит, ну а ты что, мама, хотела? Мороженым только закончить? Ну, я вообще-то не против. И вот смотрите, что у нас дома. Я вам что расскажу. Вот с февраля месяца мы суши не ели. И как-то неделю назад, наверное, с дочкой разговариваю, она в Германии, говорю, Оксан, так хочется суши. Ну, я говорю, просто. Ну, мы не часто, но хотя бы раз в месяц позволяли себе заказать суши. Она говорит, ой, а здесь в Германии это вообще, говорит, вообще невозможно где-то их заказать. Мы даже и не знаем, где это, или это в ресторан надо идти. Ну, так как здесь, в Украине, такого нету. И вот сынок сегодня нас порадовал. Пиво, конечно, хоть он и живет в Киеве, в Ирпене, он любит полтавское. Вот такое, смотрите, гелон, ячменный колос, купил сырочка. Нам с дедушкой. Ну вот, видите, все. Началась тревога. Ну, мы ж сидим на улице. Хотя надо уходить. И вот он зашел еще, Володя, купил вот что-то для... купил что-то для кальяна. И, в общем, сегодня будет еще кальян. Не знаю, я буду пробовать или нет, но он точно будет, да, сынок, кальян. Поработали и надо отдохнуть. 4 месяца, первый раз я буду за 4 месяца есть суши. Ну а что, ребята, жизнь-то продолжается, хотя и звучит тревога. Так что всем пока, а мы немножко посидим.